Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад всех приветствовать. Сегодня у нас пятница, конец рабочей торговой недели. Если меня слышно, видите перед собой картинку, просьба отметиться, поставить плюсик в чате, чтобы я знал, что у нас все в порядке с трансляцией. Для тех, кто, может быть, первый раз сегодня присутствует на нашем обзоре, расскажу вкратце план, что мы обычно разбираем, то есть разбираем прошлый торговый день, то есть основные моменты, основные экономические факторы, которые входили за прошлый день, как они повлияли, соответственно, на наши основные инструменты. Также разбираем уже новостной фон, который у нас будет на текущий торговый день, основные моменты. Разбираем также ключевые уровни, точки входа возможные и, соответственно, цели. Так, вижу, плюсики стоят, все хорошо, все нормально, тогда будем начинать. Значит, начнем по традиции с рынка нефти. Вчера у нас была смешанная динамика по рынку нефти. Ну, за последние вообще два дня, начиная с 6, да, и там по 7 января включительно, нефть, конечно же, очень сильно просела и был пробит очень хороший уровень, 36 ровно, то есть я вам говорил, да, то есть по продаже нефти, да, именно для меня был уровень как раз 36 ровно, пробитие его означало продажи и, собственно говоря, 33 цель, она была достигнута даже ниже, вот видите, он многолетний минимум был достигнут, это уровень 32.10 движения, и уже во второй половине дня мы увидели вот такой вот отскок, скажем так, да, сейчас цена находится у промежуточного уровня цели 34.54. Но что касаемо данных, которые выходили, в принципе, это данные от Минэнерго США, накануне сообщила о снижении запасов нефти в хранилищах США на 5,1 миллиона баррелей и сохранение добычи выше 9,2 миллиона баррелей в день. Хотя добыча в США в последние месяцы снижается, она остается выше уровня годичной давности. В то же время Минэнерго сообщила, что увеличение запасов бензина было на 10,6 миллиона баррелей, что стало самым крупным недельным ростом аж с 1993 года. Вот, собственно, сейчас что мы видим? Опять же, конечно же, очень сильное давление. Все это, конечно же, отразилось, причем, собственно, обвал нефти был, опять же, из-за очень серьезных, скажем так, проблем в экономике Китая, из-за обвала фондовых рынка Китая. Вот и Китай, собственно, является вторым в мире потребителем нефтепродуктов, нефти. Вот. И, конечно же, цены на нефть и, собственно, сырьевые товары все упали в цене. Вот. Ну и, собственно говоря, могли увидеть вот такой вот обвал. Вот. И даже, собственно, фондовый рынок Китая, да, на фоне как раз вот этого упадка и снижения, то есть снижение китайского индекса первого, там, по-моему, насколько я знаю, он там просел что-то больше 4%, вот, и пришлось, конечно же, даже закрыть фондовый рынок Китая, то есть он там проработал буквально там 15-20 минут и закрыли. Закрыты были торги, закрыта была биржа, вот, поэтому, конечно же, все это привело к негативным последствиям прежде всего, вот, и могли увидеть вот такое вот резкое снижение. Сейчас, если рассматривать с точки зрения техники, да, технического анализа, сегодня нужно ждать ключевых событий, это нон-фарм по США. Я в первой половине дня вообще, ну и сегодня до нон-фарма я буду находиться вне рынка, потому что сейчас, конечно же, в основном все крупные участники, ну и те, кто, собственно, дает динамику, как раз вот до момента открытия уже рынка
Америки, США и выхода уже ключевых показателей, я думаю, рынок будет находиться в неопределенном состоянии. Вот, уже после нон-фарма, да, и сам нон-фарм здесь уже будет более все понятно и ясно. Вот, что касаемо нефти, то сейчас цена консолидируется у верхней границы, уровень 34.54. После нон-фарма уже будет ясно, да, может быть, продолжится дальше откатное движение, коррекция, да, уже к уровню 36. И, конечно же, этот уровень 36, он является достаточно сильным уровнем, теперь уже уровнем сопротивления для нефти. Если цена дальше пойдет корректироваться, ну, здесь уже будет, конечно же, зависеть прежде всего от сегодняшних данных от нон-фарма, то есть количество новых рабочих мест и, соответственно, уровень безработицы. Вот. По ожиданиям мы сегодня еще посмотрим цифры какие, вот, и дальше уже можно будет представить, что возможно мы сегодня увидим, какую картину. Вот. Поэтому пока вчера, вторая половина дня, да, сегодня нефть немного откорректировалась, вот, будем ждать уже определенного движения во второй половине вечером, да, скорее всего, в пятницу и уже на следующей неделе. Может, на бай, вот, Игорь. Нет, на бай я бы сейчас вообще не стал ничего делать, абсолютно ни по каким основным инструментам, потому что очень опасно на самом деле. Впереди нон-фарм, а нон-фарм это, как вы все уже наверняка знаете, это событие достаточно ожидаемое, и то, что какие могут быть движения, да, и движения могут быть против, скажем, да, того, что мы открыли, а это, соответственно, риски для нас, тем более конец недели, пятница, да, дальше у нас суббота, воскресенье, торговые дни, а потом еще и в понедельник может еще и гэп быть, да, не в нашу сторону, поэтому это двойной риск. Поэтому лучше, конечно, ну вот я точно не буду торговать до нон-фарма. Но вот и вам, собственно говоря, бы посоветовал лучше посмотреть, воздержаться. Вот. А дальше уже, конечно, можно уже рассматривать, да, в зависимости от того, где будет цена, да, вот уже можно даже сегодня для самых, скажем так, нетерпеливых, да, лучше всего там по нефти, конечно, рынку нефти, дождаться понедельника. И в понедельник уже как раз новая неделя, уже там и у нас в пятницу, по-моему, данные тоже должны выходить по как раз уровню добычи нефти, ну и, соответственно, сколько находится нефти в хранилище. Вот это уже будет поздно вечером. Поэтому сейчас даже с точки зрения, если отбросим все вот эти вот факторы, да, новостные моменты, сейчас вот как раз даже по технике, да, заходить пока рановато. Вот, потому что идет консолидация, вот, здесь нужно ждать прежде всего прорыва уровня, да, то есть если будет пробит уровень, если мы вообще отбросим остальные факторы чисто по технике, да, то здесь уже можно будет короткие покупки делать до 36 ровно уровень. Вот, но вообще, то есть если в целом все, конечно же, ну, пока вообще не стоит торговать, ну и не только, скажем, на нефти, но и на всех основных остальных инструментах, то есть нужно ждать уже вечера. Давайте золото посмотрим. Золото, кстати говоря, неплохо начало корректироваться, ну, то есть последние дни, эта неделя показывает действительно хорошее движение. Опять же, на фоне чего, то есть золото, как мы знаем, да, может быть, кто-то, если не знает, очень давно уже, с давних времен является активом убежища. Вот. И как раз на фоне того, что сейчас происходит, да, то есть упадок, да, мировых
финансовых рынков, прежде всего фондового рынка, и, соответственно, экономический кризис, да, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Все это дает как раз вот право крупным участникам, да, уходить от этих рисков, которые сейчас возникают. А уход от рисков – это, соответственно, вложение уже в низкорисковые активы, такие как золото. Вот, собственно говоря, сейчас что и происходит. На фоне этого золото начинает расти. Было пробитие уровня 1081.30. Вот, я вам еще говорил, когда мы, собственно говоря, рассматривали, да, у нас был семинар в среду, и как раз здесь я вам говорил, что если будет пробить данный уровень, то есть можно будет спокойно открывать покупки, и цель, соответственно, 1103.22, то есть эта цель была также пройдена, сейчас вот цена находится у данного уровня, идет консолидация. Будем смотреть, ожидать. В любом случае, то есть, ну, вот, неплохая такая коррекция, причем коррекция сразу же началась с начала нового года, вот, и продолжается по сей день. Вот, поэтому здесь также будем смотреть и параллельно смотреть, конечно же, на Китай, китайскую экономику, которая определяет как раз вот эти вот движения по валютам убежища раз, и, соответственно, по золоту то же самое. То есть здесь уже, как только будет восстанавливаться экономика Китая и, соответственно, фондовые рынки пойдут на рост, здесь уже, конечно, все опять начнут переходить в более, скажем, рисковые активы, и можем увидеть уже, опять же, разворот уже золота вниз. Вот. Ну и на данный момент, так, если посмотреть, ну, вот как раз очень неплохая коррекция. И до этого момента мы видели, была граница боковика, то есть как раз это был верхний уровень 1086.91 и, соответственно, нижний 1046.55, мы о них говорили с вами. И сейчас вот как раз идет уже теперь, да, то есть есть новая граница 1103.22 и консолидация у данного уровня. Будем ждать, смотреть, то есть если будет дальше, но это прежде всего лучше рассматривать уже следующую неделю, понедельник, с понедельника будем смотреть. То есть возможный отскок наверх еще раз, да, даст нам уже возможность для совершения сделок на покупку, и, соответственно, цель ближайшая — это 1128.58. Вот, пока будем смотреть, ожидать. Также, собственно говоря, и золото сегодня может провалиться уже на данных по США вниз, провали, ну, тут уже граница есть у нас, то есть 1086.91 и, соответственно, 1081.30 уровень. Это по золоту. Далее, российский рубль. Ну, здесь тоже достаточно, в принципе, все понятно должно быть. Также у нас российский рубль, конечно, следует за рынком нефти, идет корреляция. Так как у нас рынок нефти за последние два дня достаточно хорошо просел, ну и по рублю уже наметилась новая граница, новый максимум. Сейчас есть уровень 74.97, то есть цена двигалась до этого уровня, то есть новый максимум созрел. Вот сейчас есть границы, собственно говоря, движения, то есть 74 ровно и 74.98 движения, то есть в этом направлении будет, ну, сегодня, конечно же, во-первых, пятница, во-вторых, то, что сейчас рынок более осторожен, вот, и участники спокоен именно до вот вечера, до ключевых моментов, вот. Ну и также по рублю мы можем увидеть сегодня консолидацию между вот этими двумя уровнями. Вот. Ну и, собственно, здесь уже будем смотреть, то есть возможно также пробитие дальше границы уже 74 и выше, то есть смотрим опять же на нефть.
на сегодняшний момент, вечером вторая половина, ну и уже понедельник. Так, вопросы, давайте маленько прервемся. Так, евро-доллар, направление, Осипов Юрий. Ну, до евро-доллара мы еще дойдем. Иена душит. До иены тоже дойдем чуть позже. Так, на сколько пунктов текущей цены можно ставить отложенные ордера на Нонфарм? Так, ну, Юлия, смотрите, значит, что касаемо Нонфарма, это вообще, ну, отдельный разговор. У меня сегодня как раз будет перед самым Нонфармом, я буду проводить семинар, как раз торговля на новостях и также Нонфарм сегодня самое главное событие, вот он будет затрагиваться. Если уже вы торгуете на новостях, если есть интерес, пожалуйста, можете сегодня как раз записаться на мой курс. В расписании все это есть, условия и так далее. Вот там уже более подробно, детально расскажу и, соответственно, на Нонфарме вы уже сможете все, что я вам сказал, все это поднять, ну и, собственно, рассматриваем, как раз будем рассматривать, вот, на сколько пунктов, какие ордера возможны, какие валютные пары рассматривать и так далее. Так, давайте далее, маленько отвлеклись. Значит, по доллар-рубль ситуация понятна. В целом, если рассматривать вообще сам американский доллар, то есть за последние сутки, то вообще доллар, ну, скажем, ослаб против основных валют, ну и ослаб после того, как данные показали, что число вообще первичных обращений за пособием по безработице сократились на прошлой неделе меньше, чем ожидали специалисты, в то время как опасения по поводу перспектив экономики Китая вновь способствовали укреплению спроса на валюты убежища, вот такие как иена и швейцарский франк. Ну и, собственно говоря, что касаемо вообще статистики от США, то есть Министерство труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, уменьшилось на прошлой неделе, указав при этом постепенное улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, уже на неделе, завершившейся 2 января, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 10 тысяч до общего уровня 277 тысяч. Это уже с учетом сезонных колебаний. Экономисты ожидали уже сокращения до значения 275 тысяч. Показатель за предыдущую неделю вообще не пересматривался. И Департамент труда заявил, что не было никаких особых фактов, влияющих уже на последние еженедельные данные. И сам доллар оказался под давлением уже после того, как протокол декабрьского заседания ФРС показал, что часть чиновников выразила обеспокоенность тем, что инфляция может оставаться на уже неизменно низких уровнях, несмотря на решение повысить процентные ставки. Вот, как раз тоже было событие со среды на четверг. Это событие было, как раз был опубликован протокол заседания ФРС, то есть последнего заседания декабрьского. Ну, особых движений, конечно же, не было. Я вам про это говорил на своих прошлых обзорах, что не будет, просто все ушло данное. Ну и просто было, да, конечно же, выражено определенное опасение, беспокойство. Вот, поэтому, собственно, уже следующий, то есть вчерашний день нам показал как раз ослабление, небольшое ослабление американской валюты. Вот, что касаемо евро-доллара, то евро-доллар очень хорошо восстановился за последние два дня, особенно вчера, показал рост достаточно неплохой, там более 150 пунктов, цена прошла вверх, то есть были пробиты ключевые уровни, ну и, соответственно, точки входа были вчера для совершения покупок уже. И главное, то есть, ну, соответственно, это уровень был 1000
извините, 1.0777, и, собственно говоря, здесь уже что после пробития можно было совершать покупки. Есть у нас были промежуточные цели 1.08, 1.08.30, 1.08.50 основная цель. Также она была вчера достигнута, пройдена, движение. После пробития, собственно, у нас уровень 1.09. Также эта цель была достигнута вчера. То есть, ну вот, собственно, две основные цели вчера цена прошла по евро-доллару. Вот сейчас находится уровня 1.0850 движения, сформировался за вчерашний момент новый сессионный уже максимум недельный, вот, и дальше уже будем смотреть. Ну, также вечером, я думаю, покажет ситуация, что возможно ожидать на следующую неделю и какие будут настроения у главных инвесторов, игроков на рынке. Так, по фунту. Фунт, конечно же, ну, чуть меньше, да, скажем, восстановился, нежели евро. Вот. Что касаемо самого евро, то на сегодняшний день вообще, почему такое восстановление было, да? Во-первых, ну, определенные факторы экономические послужили восстановлению. Как раз, то есть, выходил отчет от Еврокомиссии, который показал, что индекс экономических настроений в еврозоне вырос до значения 106,8 пункта в декабре со значения 106,1 пункта. Экономисты вообще ожидали, что показатель не изменится. Вот индекс делового климата, который указывает на фазу экономического цикла, улучшился до значения 0,41 со значения 0,36. Экономисты прогнозировали вообще значение роста до 0,40 ровно. И индекс потребительских настроений вырос до значения минус 5,7 со значения минус 5,9, что полностью совпало с прогнозом самих экспертов. И между тем данные от Евростат показали, что по итогам ноября уровень безработицы в еврозоне уменьшился до значения 10,5% со значения 10,6% в октябре. Это значение было пересмотрено с уровня 10,7%. И последнее значение казалось наименьшим с октября 2011 года. Эксперты ожидали, что уровень безработицы составит 10,7%. Кроме того, в Евростат сообщили, что по итогам ноября объем розничных продаж уже, ну, с учетом сезонных колебаний упал на 0,3% в еврозоне и вырос на 0,2%. Поэтому такие, скажем, данные выходили, данные, конечно же, ну, положительные и помогли также укрепить уже в краткосрочной перспективе евро. Что касаемо фунта, то фунт, если рассматривать вчерашний день, в принципе, показал разнонаправленную динамику. Первая половина дня мы видим, что был достигнут уровень. Здесь этот уровень составляет 1.4564. Была консолидация, да, на протяжении, ну, многих часов. И после этого мы увидели отскок, собственно говоря, отскок валютной пары наверх. Вот, и на текущий момент, то есть, если, ну, посмотреть вообще дневной таймфрейм, мы увидели усиление тренда вниз наверх, да, то есть были пробиты, ну, достаточно важные уровни, это 1.4810. И 1.4735. Вот я о ней говорил. Вот сейчас, собственно говоря, нужно ждать, и нужно ждать прежде всего коррекцию наверх. Значит, что касаемо вообще статистики, да, которая, скажем, выходила по Великобритании, ну, вообще сама статистика, то есть давление на валюту, оказал уже продолжающий обвал самих мировых фондовых рынков. То есть, опять же, британский фунт
реагирует на изменения вообще мировых фондовых рынков и снижение цен на нефть вообще к очень многолетним, 12-летним даже минимумам. И что касаемо поддержки, да, когда мы вчера увидели отскок, да, такое вот небольшое укрепление британского фунта, оказали данные по рынку жилья Британии. И по данным сообщили, что цены на жилье значительно повысились по итогам декабря, превысив уже при этом прогнозы экспертов. Согласно данным, цены на жилье поднялись на 1,7% в декабре после нулевого изменения в ноябре. Это значение было пересмотрено с минус 0,2%. Вот экономисты прогнозировали рост лишь на 0,5%. Ну, в принципе, данные немного помогли укрепить британский фунт. Вот на сегодняшний момент пока цена находится у своей нижней границы, нужно ждать сегодняшнего нон-фарма. Думаю, здесь уже нон-фарм. Ну и прежде всего следующая неделя, конечно же, может определить точки входа по фунту. Вот пока, конечно же, ну, я не вижу здесь никаких точек входа, ну, как минимум до нон-фарма, это точно, и уже, думаю, следующая неделя нам более определенно покажет направление по фунт-доллару. Пока будем воздерживаться. Далее. Так. Павлов Олег. Сегодня в 2.15 время Т4 на четырех парах фунт доллар австралийский, новозеландский иена была одна и та же картина. Что это? Что вы имеете в виду под одной и той же картиной? Если вы имеете в виду, скажем, ну, флет какой-то, ну, он часто бывает одно и то же. Вот такая вот ситуация, например, да, или вот она ситуация. То есть, когда нету объемов на рынке, конечно же, будет по всем инструментам флет. Вот, если вы что-то имели другое в виду, ну, тогда уже более конкретно распишите свой вопрос. Евро-доллар повторю, но чуть позже. Сейчас давайте закончим уже с основными валютами, да, не рассматривали еще, которые. Доллар, канадский доллар. Здесь, ну, пока ситуация тоже кардинальным образом не меняется. Канадский доллар также находится под давлением, является сырьевой валютой. И здесь уже смотрим так же, как и с доллар-рубль, корреляции с нефтью. То есть, куда будет движение, плюс сегодня по Канаде также будет нон-фарм, уже будут выходить данные по рынку труда, вот и посмотрим, возможно, краткосрочное, скажем, укрепление, посмотрим по ожиданиям, по цифрам укрепление канадского доллара и движение к уровню 1.40. Но пока основной приоритет направления, это, конечно же, направление наверх, на покупку. Вот, потому что рассматривать пока продажи, ну, это будет неправильно и, конечно же, на самом деле очень большой риск. Вот, поэтому будем смотреть на дневном таймфрейме, если посмотрим, да, то есть начиная с декабря месяца, по-моему, да, это у нас декабрь. Да, декабрь месяц. С начала месяца мы увидели, что очень хорошее было усиление тренда. То есть угол наклона поменялся, тренд стал более крутым, да, то есть более острым. Ну и сейчас есть, скажем так, новая цель, да, это 1.42 движение. Вот пока цена находится в диапазоне 1.42-1.40 движения, то есть будем смотреть. Сегодня также, собственно, данные могут нам показать, и, соответственно, также может сегодня быть достигнута цель 1.42. Но здесь, конечно же, более 100 пунктов, Тут нужно, скажем, данные, да, если выйдут положительные данные по Америке, отрицательные, соответственно, негативные данные по Канаде, то, в
принципе возможно, что цена может подойти к уровню 1.42. Вот. Но маловероятно. Поэтому здесь нужно ждать, пока полный флет. Ну, здесь также, как и по остальным валютным парам, которые мы рассмотрели, лучше находиться вне рынка в ожидании уже определенности, определенной ситуации. Поэтому в целом будем смотреть, ожидать и уже дальше принимать решения. Но это уже, как правило, лучше следующую неделю, понедельника дождаться. Так, далее. Доллар-иена. Значит, по доллар-иене у нас до вчерашнего момента, да, ну, сама иена, мы уже разбирали, сейчас она воспринимается крупными инвесторами как валюта убежища, поэтому мы видели, несмотря на то, что было усиление американской валюты, да, иена все равно продолжала укрепляться по отношению к американскому доллару, это как раз вот крупные участники переводили свои активы в данную валюту, поэтому продолжили укрепление, то есть были пробиты уровни 119.05, 118.61, соответственно, ну и основная цель также она была пройдена с легкостью вчера, это 118.05 движение, то есть если мы сейчас посмотрим, да, сформировался у нас новый минимум, давайте мы его, кстати, отметим, этот минимум. Так, секундочку. Так, и сейчас что? Прежде всего, все будет зависеть от дальнейших событий. Дальнейших событий, опять же, нужно смотреть на Китай, да, то есть уже на следующей неделе восстановление фондовых показателей фондового рынка индексов, все это может привести к уже дальнейшему росту валютной пары, да, то есть пробитие уже уровней. Ну и соответственно самое главное это показатели, которые будут сегодня уже выходить. Я думаю, в понедельник, вторник, ну и следующая неделя уже все это будет учитываться крупными участниками. То есть данные по рынку труда прежде всего. Вот. И если данные выйдут хорошие, то, собственно, можем увидеть рост по данной валютной паре. Пока будем смотреть, то есть диапазон, да, то есть диапазон 1.1861 и 117.33 ровно. Плюс, конечно же, есть промежуточная цель, уровень по FIBA ровно 100, то есть это 118.05. Будем смотреть, ожидать уже также вторая половина дня, американская сессия, новость Non-Farm нам уже покажет. Пока будем смотреть, цена находится у верхней границы, вот, ну и особых движений, динамики пока ну, не будет однозначно до выхода уже главной статистики. По франку здесь то же самое, франк у нас является валютой убежища и на фоне как раз обвала фондовых рынков, прежде всего Китая, все это отразилось уже в швейцарском франке, то есть начали переводить активы в швейцарский франк и увидели усиление уже данной валюты по отношению к американскому доллару. Вот сейчас опять цена потихоньку отскакивает наверх, то есть, ну, в целом, конечно же, если смотреть, я вам говорил, что франк является достаточно переоцененной валютой, вот у меня даже была открыта позиция по франку, вот закрылась она у меня в плюсе, где-то я, по-моему, с уровня 98.55 покупал, вот, и где-то здесь вот у меня закрыло, поэтому сейчас, если смотреть, да, то есть опять же определенный диапазон. Цена находится в уровне 99.89, да, то есть здесь уже будем смотреть,
дальнейшее движение. Если будет рост, плюс сегодняшние данные нам покажут, возможно, да, укрепление доллара, то есть можно будет спокойно заходить в покупки уже, ну, следующая неделя, это уже однозначно, вот на этой неделе лучше франк вообще не трогать пока, но следующая неделя нам покажет уже однозначные, думаю, действия по данной валютной паре. Вот, пока будем смотреть, ожидать. Далее, австралийцы давайте посмотрим. Ну, австралиец у нас показывает до вчерашнего дня, да, то есть было снижение, были опять же пробиты границы, уровни 0.71.47, 0.70.67. Все эти уровни были достигнуты, то есть здесь можно было совершать короткие продажи, собственно говоря. И здесь цели были достигнуты. Сейчас цена консолидируется у уже верхней границы своей, уровня 0.7067. Вот, собственно говоря, есть уровень, да, до которого цена не дошла, тоже достаточно неплохой уровень. То есть вообще в целом, если смотреть по австралийцу, да, мы наблюдали ранее, то есть была восходящая тенденция, вот после пробития, и я вам говорил, что если будет пробит уровень 0.7147 и пробитие уже линии поддержки, будет означать движение вниз дальнейшее, и, собственно говоря, мы это движение увидели. Вот, и здесь уже как раз была достигнута ближайшая цель. Вот мы про нее тоже говорили, 0.7067. Вот сейчас идет консолидация у данного уровня. Дальше будем уже ждать, но уже вечер и, соответственно, следующей неделе, понедельник. Вот, пока также ситуация неопределенная, находимся по данной валютной паре, лучше находиться вне рынка, собственно говоря. По новозеландцу здесь тоже ситуация похожая, то есть цена находится у верхней границы, уровень 0.6671. Также за вчерашний момент был достигнут самый минимум уровень 0.6592 движения. Вообще за вчерашний момент, то есть более такие вот разнонаправленные движения, динамика, да, то есть пара находится сейчас в диапазоне, в узком. Вот, дальше будем смотреть. Ну и, собственно говоря, вот очень тоже хорошая коррекция. Вот, мы эту коррекцию отмечали, движение, то есть пробитие уже важных уровней. Собственно говоря, это прежде всего 0.6735, движение вниз. Ну и, соответственно, пробитие уже восходящего тренда. Поэтому будем смотреть. Ну вот сейчас пока мы видим за сегодняшний день, да, вчера тоже была коррекция наверх по данной валютной паре. Вот, ситуация похожая, также есть неплохой достаточно уровень верхний и консолидация идет у верхней границы по новозеландскому доллару. Так, давайте евро-доллар, да, просили. По евро-доллару смотрим ситуацию, то есть сейчас также идет консолидация цены до уровня 1.0850 значение, то есть за последние два дня мы увидели очень хорошее резкое восстановление самого евро-доллара, и, собственно говоря, на текущий момент опять же восстановление было связано, как я уже говорил, в связи с неплохой статистикой, которая выходила у нас по еврозоне, уровень безработицы и индекс экономических настроений. Вот, все это было позитивные моменты и увидели укрепление самого евро против американского доллара. Вот, и на сегодняшний день, то есть будем опять же ожидать главного события нонфарма, пока, собственно говоря, делать что-то, да, ну, конечно же, не стоит,
будем смотреть, вечером уже возможно дальше увидим. То есть если у нас, соответственно, будет пробит уровень 1.08.50, да, то есть здесь отсюда уже с этого уровня можно будет осуществлять продажи, и, соответственно, цели будут 1.08 и 1.0777, соответственно. Вот пока будем смотреть. Если данные выйдут сегодня, статистика неутешительная по Америке, то увидим уже движение, то есть к уровню 1.09 и, соответственно, 1.0950. Если смотреть, ну, скажем, на более такой длительный период, то есть вообще ситуация, да, нельзя назвать, что цена по евро-доллару находится в каком-либо тренде, да, то есть нету ни восходящего, ни нисходящего движения, то есть есть диапазон, соответственно, 1.10 и 1.07, то есть в этом диапазоне цена двигается вверх-вниз и находится у своей тоже неплохой достаточно границы 1.0850 уровень. Поэтому ждем вторую половину дня, и уже следующая неделя нам даст возможность уже точно определиться, да, и открыть сделку по данной валютной паре. Так, теперь давайте посмотрим по цифрам, что мы сегодня ожидаем. Так, то, что будет. Значит, по Швейцарии 11.15 МСК, индекс потребительских цен, годовое значение и месячное. Здесь мы видим показатели с минусом, да, минус 0,3%, и по году мы видим минус 1,2% значение. Годовое мы видим лучше значение, по месяцу мы видим по уже прогнозам, да, с минусом. Вот здесь уже дальше будем смотреть, если у нас прогноз выйдет хуже, да, скажем, ну, минус 4.004, да, то есть минус 0.5 может выйти. Вот, то есть здесь, ну, негативно отразится на франке минусовое значение. Далее по Великобритании баланс торговли товарами со странами вне ЕС, торговый баланс. Здесь тоже смотрим события по импорту. Мы видим британский фунт, да, значение меньше, чем прошлый период. Это означает как раз снижение, будет означать, да, то есть если у нас факт уже выйдет также меньше, чем предыдущие величины, лучше, да, то есть это будет ожидать, во-первых, снижение импорта, да, и возможно увеличение уже экспорта, собственно говоря. И данные, собственно, эти данные могут положительно уже сказаться на британском фунте. Вот. Ну и, собственно, главные новости на сегодня, конечно же, это по США. США — это уровень безработицы. Значение, да, количество новых рабочих мест, средняя почасовая заработная плата. Вот, то есть все эти показатели вот сегодня в 16.30 по Москве. Все те, кто хочет, скажем, посмотреть, да, и может быть кто-то даже поторговать в 16.30, то есть, ну, даже раньше, то есть в 16.15, 16.20 вы уже должны находиться у компьютера, вот, и следить внимательно. И также по Канаде. Здесь тоже у нас уровень безработицы, изменение числа занятых, доля рабочей силы в общей численности населения и разрешение на строительство также. Ну, здесь, конечно, данное событие, оно не так сильно будет влиять, как, собственно, рынок труда. Вот, собственно, здесь тоже смотрим. По показателям давайте глянем. Сначала давайте Америку. Здесь мы видим количество новых рабочих мест, значение 200 тысяч в сравнении с предыдущим периодом. То есть мы видим снижение. То есть если показатель, фактический показатель, выйдет хуже прогноза, то есть, ну, это будет негативный фактор для американского доллара. И сможем увидеть укрепление уже всех основных валют по отношению к американскому доллару.
Вот. И, собственно говоря, уровень безработицы, ну, здесь мы видим без изменений 5%. Я не думаю, что какие-то изменения будут именно по уровню, то есть останется на том же месте. Единственное, только будут изменения в показателе количества новых рабочих мест. Средняя заработная плата почасовая здесь тоже без изменений 0,2%. Ровно продолжительность рабочей недели тоже без изменений, почасовая заработная плата по году здесь тоже, думаю, без изменений пока будет. Вот, поэтому обращаем внимание вот именно на данный показатель, на его изменения. Вот. Что касаемо канадца, здесь ситуация по уровню безработицы без изменений. Вот изменение числа занятых, конечно же, мы видим резкий скачок, да, то есть прошлые показатель у нас был с минусом, то есть было снижение числа безработных, минус 35,7. Вот сейчас плюс 10 прогнозируют. Ну, вот будем смотреть, если здесь у нас выйдет прогноз, собственно, хуже, да, хуже прогноза, а здесь у нас цифра выйдет лучше, то по доллар-канадцу мы можем увидеть снижение, ну и, соответственно, укрепление уже канадского доллара в краткосрочной перспективе, ну, как минимум, вот до понедельника, собственно говоря. Так, это уже основные ключевые события. Ну и в субботу здесь у нас Китай, также смотрим индекс цен производителей, значение потребительских цен, индекс, то есть это все индексы инфляции, будем смотреть, да, здесь мы видим по прогнозам укрепление, 1,7 прогнозируют по году изменения, по месяцу значение минус 5,8. То есть если у нас по Китаю выйдут хорошие показатели, ну, поможет прежде всего несколько восстановить фондовые рынки, вот, мировые прежде всего, ну и прежде всего, конечно же, китайский фондовый рынок и индекс, собственно говоря. Ну и также валюта укрепится в краткосрочной перспективе. Вот поэтому здесь мы будем дальше уже в понедельник, думаю, ситуация будет более четкой, более понятной. Так, ну, на сегодня то, что я вам хотел рассказать, показать, у меня все. Хочу вам на сегодняшний момент пожелать всем удачи. Те, кто будет торговать на нонфарме, также хочу вам пожелать профитов. Вот, собственно говоря, кто хочет посмотреть сегодня, пожалуйста, у меня как раз будет семинар по торговле на новостях на нонфарме в частности. И уже встречаемся с вами на следующей неделе в 9:45 также по Москве. Вот, всего доброго и до новых встреч.